Спасибо. А мы, как говорится, немножко дальше я спою, с вашего разрешения, еще одну песню, которая вошла вот в новый альбом, хотя была написана очень давно. Для меня она очень такого личного плана, в связи с тем, что называется она «Не стой». И как это водится, обычно бывает, вот встаешь утром и вот понимаешь, не стой. Не стой, вчера все было. Вот, я вам желаю, чтобы всегда ваша вторая половина была с вами долго и навсегда. Которую вы любите и с которой у вас все получается хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое.